Новое приложение поможет подготовиться к предстоящему синоду по вопросам семьи. В Ватикане Совет Папы по делам семьи запустил новое приложение, которое посвящено предстоящему синоду по вопросам семьи. Оно называется «Семья» и включает в себя несколько видео, где различные семьи рассказывают о себе. Они также показывают, как живут в своей повседневной жизни. Папа Франциск дал много советов для семейных пар, и благодаря новому приложению «Семья» все они доступны всего лишь с одного щелчка мыши. Если начинают летать тарелки, значит так тому и быть. Но в конце дня должен быть обязательно заключен мир. Приложение является бесплатным и может быть загружено для iOS и Android. Оно доступно на английском, испанском, французском и итальянском языках.